Лучшая спортплощадка города. Именно так называют жители этого микрорайона свою новую игровую зону во дворе. Горки, качели, турники, где и что поставить, выбирали всем миром. Проект на миллион – итог региональной программы поддержки местных инициатив. Прямо глаз радуется, говорят жители. Чувство гордости у нас за наш ТОС. Уважение. И за нашу площадку. Доверие. Все приходят и удивляются, что такая у нас площадка. С лесопарка приходят люди, погуляют и идут заниматься к нам. На тренажер, посмотрите, сколько везде. У нас тренажер. Главный мотор и пробивная сила местного ТОСа Нина Прохорова, что и где улучшить, уже точно знает. Здесь подлатать асфальт, там добавить спортивных брусьев. У нас проходят праздники. Мы сами все, вот жители, сами делаем. Елку наряжаем. Вот фронтовые, когда у нас, вот сейчас это у нас вот коронавирус, нам запреты, да? А так мы фронтовая поляна, мы собираем людей, сами кашу готовим. Вот. У нас здесь очень хорошие праздники проходят, народу очень много. Вот. И поэтому вот хотела дорогу эту сделать, чтобы она хорошая была дорога. Еще одна важная для речников тема, среди прочих, обустройство причала в лесопарке. Николай Любимов заявил о том, что комплексные работы по созданию пирса начнутся в следующем году. В этом уже провели берегоукрепительные работы. Общение получилось конструктивным. Вопросы были как раз посвящены в том числе развитию лесопарка, рядом торговый городок, развитию торгового городка и развитию пристани. Тоже очень важные вопросы. Они все в работе, и торговый городок мы обязательно сделаем в ближайшее время. Это уже, надеюсь, в следующем году это можно будет увидеть. В этом году проходит работа по проводке необходимых коммуникаций. И, конечно, позаботиться должны будем о создании новой пристани. Каждое обращение, каждый вопрос от людей мы берем на контроль и обязательно добиваемся их решения, заявил Николай Любимов на встрече с жителями ТОС-речники. Поэтому вопрос с ремонтом дороги губернатор пообещал им решить как можно быстрее. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».